Новый жилой квартал вблизи усадьбы Каковцевых в Ярославле. Эту тему сегодня обсуждали на публичных слушаниях в администрации Фрунзенского района. Большинство людей проголосовало за нынешний проект застройки. По словам противников стройки, многоэтажки заслонят вид на зеленую территорию бывшего питомника. Также горожане переживают из-за ансамбль прудов, расположенных вблизи усадьбы. По словам проектировщика, в новом районе построят 2 детских сада, школу и организуют рекреационную зону. Самое главное, что это природный ландшафт, который нужно сохранить со всеми видами, которые в перспективе просматриваются с территории усадьбы и до Лучинской горы. Для жителей должен быть вид природы сохранен.